Добрый день, уважаемые коллеги. Да, добрый день. Вот. Алексей, вы уже здесь постоянный участник, да? Так у меня тоже спецсеминар. Ну да, да, да. Ну, мне приятно вас видеть. Так сказать, вот такой успешный человек. Вот. Какой критерий успешности посещения семинара? Ну, я на самом деле довольно долго уже, так сказать, слежу за вашей деятельностью. Ох, Антон Шакуров пришел даже. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, добрый день. Я вам сейчас пришлю ссылку. У меня, пока мы не начали, вопрос был. Да. Собственно, вот вы в прошлый раз отправляли свое видение этих лабораторий. Угу. И, собственно, я не до конца понял, что удалось сделать за прошедшие 2 года. Это была идея, так сказать. У нас вот есть активность студентов. Вот. За два года она развивается пока без этих лабораторий. Но в целом, так сказать, делается довольно серьезная работа ими. У меня 2 направления. Одно – это верификация, второе – это, вот, собственно, машинное обучение. И здесь вот хорошие результаты, достигнутые в области верификации. Да, это я, собственно, к чему спрашиваю. Я вот отправил в комментарии ссылку на там публикацию. Я в свое время примерно что-то похожее пытался сделать, назвал это научная венчурная биржа, что там с одной стороны продавцы, с другой покупатели. Это дело силами студенческих советов на факультет, потому что там были научные комитеты. Но в итоге, когда нет финансирования, то энтузиазм имеет свойство быстро заканчиваться. Я смотрю ваш сайт сейчас, у вас как бы такая схема бюрократическая, да, вот содержание научное здесь как-то не представлено. Значит, сейчас посмотрю. Интересует именно это научное. Вот эту ссылку вы открыли? Да, я открыл ссылку, я тут вижу диаграмму некоторую. А, да, это было 3 года назад уже практически. Вот, понимаете, здесь вот, когда нету содержания задач, то это немножко хуже воспринимается. Так, тут уже ушел. Так, это Алексей как раз ушел. Так, ну-ка, здесь что-то я не вижу. Арчила Юрьевича. О, Володя, здравствуй, Володя. Кухаренко, рад тебя видеть. Здравствуйте. Да. Я так увлекся, что вышел из конференции. Ага. Собственно, да, вот мы после этого весной 2019 года проводили конкурс научных работ. Это мы обкачали тезис конференции Ломоносов, там порядка 15 тысяч почт, ну просто из тезисов спарсили почту, сделали рассылку. Кто считает, что у него там есть какой-то коммерческий потенциал, а не только научные значки. Вот. И нам там в итоге 10 тысяч писем удалось разослать, потому что не все адреса корректны. Из них, из 10 тысяч, 200 человек ответили, и, соответственно, из них 100 200, подошли, да? По критерию. Да, это 2%. Надо обработать соответствующим образом, то есть найти условия для работы таких. Мы при поддержке бизнес-инкубатора проводили этот конкурс. Соответственно, 10 финалистов, они стали участниками акселерационной программы. Из них только один спустя 2 года продолжает развивать свой проект. Но он выиграл грант «Старт» в фонде Бортника. Хорошо, хорошо. Так, я предлагаю это обсудить потом. Сейчас тут народ настроился на тот семинар, который анонсировал. Алло, Никита. Привет, ты что не входишь, не вошел в семинар, и где наш докладчик? Я сегодня вряд ли успею, я просто сейчас все не дома. О, Господи. Ну, слушаю, ну, как же ты так? Так запись-то идет. Так, вот Арчил и Верчи. Так, где Александр Яковлевич? Вот его здесь нету. Вот это
Штука хорошая. Ты набери, скажи, что мы начали уже. Давай. Всем добрый день. Рад всех приветствовать с прошедшими праздниками. Вообще, Александр Яковлевич вчера вполне был готов и понимал, что нужно подсоединиться в это время к нашему семинару. Ну, сейчас с ним можно связаться как-то? Ну, позвонить ему на мобильный. Алло. Да-да-да-да, его надо как-то напомнить, что мы начинаем. Ну, у меня такая ситуация, что у меня либо интернет, либо мобильный. Если я сейчас начну звонить, я выпаду из Zoom. Арчил, все равно без него мы никак не начнем, поэтому, видимо, вам надо выпустить вот из Zoom. Окей, хорошо. Так, ну что, я всем сообщаю, что мы ждем, когда подсоединится Александр Яковлевич. Без него как-то пойдет. У него сейчас телефон занят, он не отвечает. Ну, занятый телефон. Ну, да, он, наверное, там с Никитой Семеновым сейчас еще говорит. Кто-то вошел. О, Александр Яковлевич вошел. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Яковлевич, рады вас слышать. Да, извините, да, я тут искал. Сейчас, тут у меня будет все, видео. Так, я на службе сейчас. Видите, так, сейчас отменим. Сейчас все сделаем. Я искал просто ссылочку, но нашел все-таки. Так, видео. Отменим виртуальный фон, чтобы резче было. Так, все. Теперь вот я уже вроде бы все подготовился. Все есть. Я вас тоже слышу. Очень хорошо. Ну, да. Поскольку вы уже сделали выступление на одном из предыдущих семинаров, я не вижу здесь сейчас необходимости делать преамбулу к вашему выступлению. Мы помним основную задачу – это интерпретация сигналов, которые измеряются энцефалографическими устройствами, вот, и определение, каким, так сказать, реальным состоянием организма они соответствуют. Вот, у нас, к сожалению, отсутствует Никита Семенов, который тут был главным, так сказать. А вот он мне только что позвонил, напомнил, что я должен присутствовать. Но я ему сказал, что я уже подсоединяюсь. Да? Он сам как бы тут неплохо. Он сам попозже сказал присоединиться. Ну, хорошо, да, да. Какие-то дела вот у всех. Ну, я вам передаю слово. Так сказать, вот давайте сейчас определим. Цель нашего заседания – это определение задач, которые математики могут решать совместно с биологами. Вот. Значит, я... Давайте вам передаю слово. Да. Так. Значит, у меня есть разрешение, видимо, для демонстрации экрана. Да, да. Вот как нам поступить, как удобнее сейчас? В прошлый раз... Ну, я сделал вступление, но я не показал, вот какие существуют три типа нейроинтерфейсных технологий. Просто оттуда вытекают некоторые задачи. Но могу сразу перейти к задачкам. Вот, их не так много, но могу сразу перейти. Могу несколько слайдов продемонстрировать по поводу вот этих типов нейроинтерфейсных технологий. Ну, это не как гаджетов, а именно как технологии. Вот как Александр Яковлевич, я думаю, что формат нашего спецсеминара как раз удачен, чтобы вы продемонстрировали, то есть учебный, чтобы какой-то момент тоже был в докладе, это будет очень хорошо. Ну, тогда вот с вашего позволения я сейчас... Так. Что-то тут намешано на этом рабочем столе.
Сейчас я посмотрю. У нас сегодня аншлаг, 21 участник уже. Некоторые собираются потом запись посмотреть еще. Так, сейчас, я уже почти настроился. Все-таки еще раз. Прекрасно. Так, еще не все, мне надо расширить это. F5, нажмите F5. Так, и вот так. Вот. Да, вы знаете, я вот быстро действительно пробегусь, потому что я действительно рассказывал, но не очень наглядно. Все-таки, вот видите, как я заглавил нейроинтерфейсные технологии в поисках больших данных машинного обучения, потому что это и есть, в общем, некоторая проблема для такого рода технологий. И я хочу напомнить две вещи. Ну, во-первых, собственно, определение нейроинтерфейсной технологии, все-таки, значит, чтобы это была некоторая тут строгость. Это технология, которая позволяет на основе электрической активности мозга выделять мысленные намерения, усилия, ну, можно сказать, ментальные состояния, ментальные феномены человека и трансформировать их в команды для внешних исполнительных систем. Это такое классическое определение, данное на первой конференции по нейроинтерфейсам в 2002 году Джонатаном Вольпом. А я все-таки занимаюсь этим делом не столько вот для того, чтобы изготавливать какие-то гаджеты, а все-таки для меня нейроинтерфейсные технологии – это, смотрите, новая парадигма для исследования механизмов мозга. Но если в двух словах, то все-таки это какой-то… мы даем новый выход для мозговых систем. До сих пор выход только эволюция нам предоставила только мышцы. Все. А тут, оказывается, мозг получает и такие рычажки, которые, с помощью которых он может воздействовать на реальность без мышц. То есть только вот электрическими флуктуациями своего мозга, может быть, он их будет перестраивать как-то, это ему может быть легче, чем мышцами руководить, с множеством суставов и прочим. Это вот первое, что интересно здесь. Второе – это новые технологии для адаптации человека в цифровом мире. Имеется в виду, что мы окружены всякими экранами, в общем, цифровой такой техникой. Возможно, с этой техникой легче договариваться напрямую от мозга, чем если бы это были машины, например, это водить автомобиль, это что-то мне кажется маловероятным, что это возможно делать напрямую от мозга. Но вот если тут прямые какие-то цифровые технологии, может быть, можно как-то вот договориться с ними и напрямую от мозга этим заниматься. Но как договориться, в общем, что делать? И третье – это такой специальный подход, может быть, для формирования мозг-машинного языка. Дело в том, что мозг-машинный язык, ну, нет теоретических подходов для того, чтобы сгенерировать такой мозг-машинный язык. Например, есть язык, который объединяет мою флешку с моим ноутбуком. Ну, понятно, это форматы данных, там всякие другие дела, написаны драйверы общения и так далее. А здесь же ничего не написано. И как тогда мы будем понимать то, что понимать коды этого мозга? Никак не подключишься просто. А коды мозга – это такое дело запутанное и тоже теоретически практически недоступное. Вот. Но, может быть, вот с помощью нейроинтерфейсных технологий есть такой подход, где этот мозг-машинный язык будет формироваться, генерироваться без расшифровки каких-то кодов. Сам постепенно сделается. И вот здесь вот на пересечении этих вот таких пожеланий, они более относятся к фундаментальной науке, чем к изготовлению каких-то гаджетов, вот там рождаются задачки для таких вот математических задачки, мне так кажется. И вот, чтобы быстренько напомнить здесь,
Так вот, чтобы напомнить, ну что, схема нейроинтерфейсной технологии, я вот все время говорю нейроинтерфейсные технологии, а не нейроинтерфейсы, потому что это не гаджет, никакая железка, там ничего, это целая технология. Так вот, видим, а вот курсор мой виден? Наверное, не виден, да? Видим. Виден курсор, да? Да, конечно. Хорошо, все отлично. Кроме значит, того, если вы наведете, вот смотрите, внизу у вас есть знаю, команды, курсор можно таким ярким сделать. Я знаю, знаю. Я поэтому не хочу его большой точкой делать. Если этот виден, достаточно. А как это, Арчил, научите меня, я тоже так вот, хочу. Вот я сейчас сделаю красный. Вот, да, сейчас будет красный. Там можно сделать лазерную указку, рисовать можно. Да, вот не, а можно просто сделать лазерную указку. Пока да. Что, когда если рисовать не нужно, можно просто сделать лазерную указку, и она даже лучше смотрится. Да. Ну, то, что сделали, это не курсор красный, это вы на экране рисуете. Это просто показывает, что там есть инструменты, что можно и нарисовать, и прочее все. Кстати говоря, как стереть. Здесь где-то есть стиралка. Ну, вообще Ctrl-Z работает, но есть эластик тоже. Ctrl-Z не работает у меня. А ластик, вот зря, вот видите, мы начали экспериментировать. Есть тут ластик. Так. Там же, середина, вот этот яркий, где у вас ручка яркая. Ладно. Я думаю, можем продолжить. Давайте продолжим. Все, сейчас. Вот он, ластик, видно. Вот последний, удалить все рукописные данные на слайде. Ластик. Без ластика. Удалить все рукописные данные. Да. Все. Значит, курсор сейчас виден, да, у меня? Нет. Вот сейчас мы сделаем, вернем обратно. Вот лазерная каска может быть лучше. Лазерная каска, первая самая строчка. О. Так лучше? Хорошо. Да. О, вот, идеально. Так хорошо видно. Отлично. Значит, схема очень простая. Регистрируем энцефалограмму. Это, так сказать, понятный, известный канал. Но не просто регистрируем энцефалограмму, нам же нужно выделить какие-то, научиться выделять какие-то паттерны этой энцефалограммы, соответствующие ментальным феноменам. И вот, допустим, у нас есть два ментальных феномена. X-ментальное и O-ментальное. Там, скажем, два образа просто, которые я держу в голове, и энцефалограмма записывается, она размечена, где какой образ, и дальше вот мы должны как-то понять. Вот можно в энцефалограмме расшифровать тот или другой образ. Ну, а дальше, если расшифруем, ну, тогда у нас появляются две команды. Мы уж там можем договориться, что один образ соответствует включению телевизора, другой образ – это X-сигнал и O-сигнал. Два сигнала для исполнительных устройств. Человек при этом может наблюдать, как у него получилось, и совершенствовать свой навык. Ну вот, а внутренняя кухня, конечно, дальше сигнал процессинг такой классический, там в разных видах. Ну, тут я хотел показать, что вся эта кухня, она, вообще-то говоря, вот в публикационной активности, она резко растет последние 20 лет. В начале там были считанные статьи, я их просто знал наизусть. Каждый год там сотня статей, ну пол там сколько-то, в общем, я их знал наизусть. Это все выбрано в такой информационной аналитической системе PubMed по тегу Brain Computer. Все. Здесь примерно надо умножить это на 3, чтобы выбрать и другие всякие варианты, но это будет все про интерфейсы мозг-компьютер. Так что здесь примерно сейчас 2000 статей в год вот в такой узкой области есть. И уже 2021 год он явно опередит этот уровень. Так что вот такой взрывной характер с одной стороны, а с другой стороны вот здесь вот все-таки выходит на какую-то плата. Говорит, в общем-то, о насыщении этой области по какой-то причине. Но, тем не менее, вернемся к этому сигнальному процессингу. И здесь, в общем-то, тоже такой понятный всем это кухня этого действия. Ну, некоторый препроцессинг этого сигнала. Он требует аккуратности, такой аналитической аккуратности, статистической, математической аккуратности. Ну, например, удаление каких-то артефактов. Артефакты – это все то, что не связано с деятельностью мозга.
например, механические движения, там человек крутит головой, что-нибудь такое, и сразу это будут уже некоторые такие отклики в энцефалограмме, которые иной раз даже не поймешь, это функциональный отклик или что. Это надо чистить. Движение глаз, там, иной раз там пробивается кардиограмма, все это надо чистить, потому что если это все пойдет дальше, это все будет взаправду учитываться при выделении, при экстракции признаков. Ну и, допустим, все это мы почистили здесь, и дальше экстракция признаков. Но это вот такой ответственный момент, из каких признаков потом формировать векторы. Вектор, который соответствует XM, и вектор, который соответствует OM, то есть двум ментальным событиям. И здесь вот нужно формировать эти признаки. Это вот отдельное дело, можно на эту тему там говорить отдельно. Ну, допустим, мы выбрали два признака. По двум признакам будем дальше заниматься изучением этих ментальных состояний. Ну, а если два признака, значит, вот они у нас попали. Много раз мы пробовали ментальное состояние X, много раз мы пробовали ментальное состояние O, вот у нас все в координатах, в мерности двух признаков, вот все присутствует, и осталось только провести в данном случае линию, если было бы больше, это гиперплоскость, которая их разделяет. И таким образом мы бы научились их детектировать прямо онлайн, например. Но, значит, эта линия, ну вот здесь вот она вот такая, допустим, линия, ну какая-никакая, но все-таки есть. И все равно тут, как правило, тут будут вот какие-то выпадающие данные, и вашей аудитории совершенно не нужно говорить, что это хорошо, что есть некоторые выпадающие данные, можно зашлифовать эту линию так, что данные никакие не будут выпадать, но тогда при кросс-валидации мы ничего не сможем, очередной какой-то объект, который поступил на распознавание, он не сможет распознаваться, поскольку очень-очень точно тут все зашлифовано. И вот нужно, значит, вот какой-то баланс тут искать. Ну, если тут немного, ну хорошо, вот такая линия нас устроит. И, следовательно, это классифицирующее правило. Чем мы его сделали, и какой тут математический носитель, другой вопрос. Но дальше уже все становится просто. Значит, мы получаем постпроцессинг в виде двух команд с определенной вероятностью, детектирующих одно или второе ментальное состояние. Ну и используем эти команды. Все. Вот вся логика всех этих нейроинтерфейсных технологий. Но, как видно, тут много-много везде вопросов. Достаточно ли двух признаков? А сколько нужно признаков? А может быть, сырую подать сюда энцефалограмму? И пусть уже там разбирается как-то механизм с этими признаками. Либо мы просто сформируем два признака сами руками. Например, сделаем спектральную декомпозицию, свертку, и выделим там два диапазона, это будут наши два признака. Ну и все, вручную. Никто там, значит, больше никакого правила нет. Мы так захотели. Ну и прочее. Так что здесь вариантов, ну, здесь требуются специальные размышления, как же все-таки это удобнее всего сделать. Ну, значит, я просто хотел, да, для того, чтобы вот эта звездочка соответствует моменту, когда Россия подключилась к этим статьям. Это была первая наша статья, вот она здесь находится, в 2005 году. Ну и на самом деле добавка наших статей в этой мировой статистике очень-очень маленькая. Ну, в 2005 была одна статья, сейчас, возможно, 20 статей, может быть, там 25 статей каждый год собирает вся Россия, сейчас много достаточно. А в последующие годы звездочек не было? Нет, там уже есть, но просто это такой год, где начались наши, я имею в виду, от России статьи. Это просто была первая статья. Попозже еще одна звездочка стоит. Нет. Закрыли сейчас. Там. Ну, здесь, значит, все-таки 20-25, все-таки, я думаю, каждое последнее время 20-25 статей от России есть. Я имею в виду статьи в зарубежной там приличной периодике. И это вот в данном случае эта статья, я ее специально тут привел, потому что я в тот момент задумал, когда я только встраивался в этот мир, мне было интересно не построить вот какой-то очередной технологию, которая без меня уже сделалась, а вот попробовать сделать такую конструкцию, где человек не думает никакие образы, чтобы что-то было неосознаваемо, что-то в голове, какие-то ментальные объекты формировались, а мы бы смогли их детектировать.
проецировать. Это вот получилось с определенными вероятностями, но высоко значимыми относительно стохастического уровня. Сейчас я не буду просто тратить ваше время на эту тему, попробую там дальше пройти. Страшно интересно, да, вот. Чем именно, какими именно ментальными усилиями можно вызывать? Значит, я скажу, но только у меня тут вот нет в данном случае под рукой, в это я не предполагал. Но я вам скажу в двух словах, как это выглядело. Нужно было подыскать такие ментальные объекты, которыми мозг оперирует, но человек не понимает, что он ими оперирует. Вот моя идея, в чем заключалась. Как это сделать? Значит, я взял три объекта. Три объекта, которыми мозг должен управлять. Но это мозг должен управлять, а человек не знал. Эти объекты — это движки, RGB-движки на мониторе. То есть, ну, каждый движок на мониторе имеет 255 уровней. И из этих соотношений, этих 255 уровней для каждого цвета дают всю палитру на экране. Я посадил человека, регистрирую у него энцефалограмму, и он видит этот экран. А психологи нам говорят, что у каждого человека есть некоторое внутреннее предпочтение цвета. Ну, если у человека есть внутреннее предпочтение цвета, то вот вам на экране цвет, мозг ваш подключен к рычажкам управления этим цветом, но сделайте тот цвет, который вам внутренне предпочитаем. Но эта задача неосознаваемая. Сам испытуемый, я от него скрыл цель испытуемая, я от них скрыл цель самого эксперимента. Они не знали, что им надо цвет регулировать или что. Они были... Цвет создавался вот этими двумя движками, управлением этих трех движков. А что управляло у человека? Три спектральные полосы. То есть выделялись три полосы в энцефалограмме. И считалась мощность по каждой из этих полос. Это были альфа-бета, тета диапазоны. Ну, тета-диапазон – это от 3 до 7 примерно. Альфа-диапазон – от 8 до 12. И бета – от 15 до там, 19 я взял. Вот три диапазона. Они, естественно, меняются. Ну, это живая энцефалограмма, все время там баланс как-то меняется. И если они подключены к этим, с определенным способом я их подключил к этим 255 уровням, ну, сделал там такие укрупненные шаги. В статье очень подробно я все расписал. Я могу прислать вам эту статью. Вот. И в результате отклонение от вверх или вниз от мощности от средней мощности этих уровней давало нам колебания относительно позиции 128, 128, 128. Если больше становилось, значит вверх пойдет. Если они все на среднем уровне, в спокойном состоянии, когда еще ничего не подключено к экрану. Вот исходный уровень, ничего не подключено к экрану. Я смотрю, что получилось. Я подогнал вот эти мощности под 128, 128, 128. Все. Должен быть примерно серый такой экран. А дальше включаю связь экрана с энцефалографом. И теперь смотрю, что пойдет. Пойдут ли какие-то мощности вверх или вниз? Они же должны формировать палитру. Из серого они должны сделать то, что предпочитает человек. Ну, такая вот наивная была задумка, что теперь вот мозг будет управлять этими рычажками, если он хочет какой-то цвет. И вообще-то, ну, я нормировал там специальным образом эти все мощности, потому что альфа-ритм очень высокая мощность, бета-ритм маленькая, поэтому, в общем, я в единицах стандартного отклонения фактически нормировал. В результате получилось так, что ничего там не меняется. Я смотрю, я стою за испытуемым, их было 15 человек, я стою за ним, смотрю на экран, что там получается. Ну, там какофония такая, потому что эти ритмы, они живые, и все время меняют там, не очень сильно там, но все-таки меняют гамму на компьютере, на экране, а человек просто смотрит, ему задание, просто смотрите на экран, больше не надо ничего делать. Расслабьтесь и смотрите на экран.
но в мозг поступает информация, какой актуальный цвет экрана. И вот и все, ничего там не происходило. Но через три дня, это каждый день три тренировки по 20 минут. Где-то на третий-четвертый день началось шевеление. Ну, я что сделал? Я сделал эти RGB-коды, которые реально скакали на экране. Я их подверг кластеризации, чтобы посмотреть, все-таки, может быть, есть какие-то облака RGB-кодов более мощные, есть какие-то редко используемые. В результате выделилось там два облака, за которыми я начал следить. Такие предпочтительные облака, за которыми я начал следить. И в результате на четвертый-пятый день определенное облако начало расширяться, то есть вбирать в себя основную массу RGB состояний монитора. Энцефалограмма оценивалась каждые, сейчас я забыл, кажется, 2,5 секунды. Значит, каждые 2,5 секунды на экране определенный RGB-код. И вот эти коды, оказалось, если их там кластеризовать, то окажется, что да, некоторые облако вот крупное есть, и вот оно начинает расширяться. Вот в этом, вот таким образом удалось подследить, что какие-то определенные облако начинает расширяться. И какое же облако? И вот я взял центр тяжести этого облака как, ну, так сказать, как тенденцию, к какому цвету, собственно, стремится тогда эта вся система, раз постепенно расширяется определенное облако. Ну, вот у 15 человек оказалось, что стремятся 9 стремится к зеленому облаку, зеленоватому облаку. Там прыгают RGB, но внутри, но если посмотреть, как это выглядит на глаз, то это все оттенки зеленого цвета. А что-то там, какое-то количество стремилось к желто-оранжевому, а остальные там немножко осталось, как что-то еще к чему-то. В общем, тут вот у меня нет этих данных для этой статьи, но важно, что началось управляющее влияние на экран. Человек про это вообще ничего не знал, потому что в этой какофонии прыганий он же не может делать этот кластер-анализ. А я его офлайн потом сделал. И вот, а мозг чувствует, если он имеет тенденцию сделать зеленый, вот он старается стабилизировать коды, RGB-коды в области зеленой краски. Вот таким образом выявилось это дело. Статья имела довольно много откликов, потому что вот в тот момент меня интересовало, что насколько тут вот осознанное владение своей энцефалограммой имеет значение. Здесь никакого осознанного влияния на энцефалограмму нет. Человек просто сидел. То есть можно выхватить управляющее влияние мозга, если ему придать рычажки управления тем, что ему нужно. Ну, все-таки давайте чуть-чуть дальше проскочим. Значит, теперь энцефалограмма. Что же, собственно, мы тут регистрируем? Энцефалограмма. Сейчас я тут отрегулирую вот так. Угу. Ну, тоже всем известно, есть стандартные такие позиции электродов на голове. И можно, и мы им следуем. Количество электродов может быть разное. Ну, как-то вот такой джентльменский набор. В последнее время мы используем около 40 электродов. Это в два раза больше, чем клиника использует. Но мы можем поставить и гораздо больше, 100, и 150 электродов. Но это вот такой джентльменский наборчик, за который можно следить. И вот в результате есть там их позиции, они определенным образом выстраиваются. Есть такая система Джаспера, относительно которой все это строится. И дальше вот вам схема, как вот строится отведение, регистрируется разность потенциалов между ухом и любой другой точкой на голове. Фактически измеряются разность потенциалов, микровольты. Уши, правда, объединяются, электрически просто объединяются. И в результате мы получаем вот такую энцефалограмму. Вот здесь мне нужно будет отключить
лазерную указку, чтобы включить реальную энцефалограмму. Все, поехала энцефалограмма. То есть вверху это онлайн делается онлайн-спектры по горизонтали здесь частоты, по вертикали мощность. И вот здесь вот в районе 10 Гц это прыгают альфа-ритм. Ну, я просто хотел показать, и это по четырем каналам всего лишь. Я выбрал какие-то четыре канала просто для демонстрации. И вот в четырех каналах, как пляшет ритмическая структура энцефалограммы. И вот в этой каше надо все разбираться. В данном случае это спокойное бодрствование. Человек ничего не делает, никаких заданий у него нет. Вот он, значит, спокойно сидит. И тем не менее, вот так вот энцефалограмма там пляшет, жизнь идет, что-то там внутри происходит, причем иной раз, видите, довольно значительные там вот какие-то изменения. Вот это артефакт, вот, кстати говоря, был. А остальное, ну, все, что-то там происходит. Александр Яковлевич, а можно уточнить, канал – это электрод или это что-то другое? Канал, да, это вот я вот здесь вот на показана эта самая голова, и из-под каждого вот такого электрода это вот один канал, да. Это канал относительно уха. Ухо берется потому, что ну, вот на мочке уха там потенциал, в общем-то, очень близок к нулю. Поэтому что происходит в данном канале, это все происходит в том месте, где стоит сенсор. Значит, вот вам это такая историческая съемка 2000 как раз 5 года, ну просто случайно просто кто-то снял, когда я упражнялся, пытался выделить признаки и выделить команды моих ментальных усилий вперед, назад, там, вправо, влево, вот что-нибудь такое. И вот все, так сказать, сейчас выключим звук, он не нужен. И здесь вот игрушечная машинка, ну, это купленная в магазине, там моторчик, все, антенна, только на антенну посылался уже сигнал от мозга. Ну, там было, я старался 4 сигнала сделать, вперед-назад и вправо-влево. Здесь вот показано, как все это получается неудачно. Вот это я сам тут надел на себя, но это 2005 год, значит, там ничего мы не знали, еще не было никакого навыка, в России вообще не было ничего, поэтому вот так. Я тут пытался и глаза измерять, и мышцы, там всякое, но старался, чтобы это все было на голове. А здесь вот идет подстройка просто софта, некоторого софта. В результате, ну вот есть уже такие эпизоды, что я все-таки мог отправить машинку от своих ног. Она отъезжала от моих ног. Вот это все недостаточно. Я не контролировал движение. То есть я начальное там что-то давал, какое-то задание, а дальше не мог его изменить. Допустим, задание на поворот, и она так и крутилась вокруг. Или задание вперед, а она не возвращалась. Вот здесь вот переключение мыслей было очень сложным. Но это просто такой исторический этюд, просто потому, что это было в самом начале. Тогда вообще-то и в мире толком никто не мог устойчиво сделать управление. А это уже то, что вот сейчас есть в лаборатории, ну, в частности, там, скажем, манипулятор, который берет шахматную фигуру и ставит ее в определенное место, печать букв, взаимодействие с этим роботом. Ну, мы, так сказать, сейчас он спит в коробке. Мы не смогли там развить это дело с роботом по некоторым причинам. У него в голове Linux. Вот, значит, есть всякие эксперименты с управлением экзокистью, намек на протезы, есть вот экзоскелетное устройство, которое шевелит пальцы у парализованного человека, есть вот недавно мой аспирант доделал свою работу, ну, не аспирантскую, а такую, в рамках аспирантуры, но у нас гаджеты у нас не защищаются, у нас защищается именно исследование по этому поводу. Тем не менее, управление инвалидным креслом, тут 6 команд, движение по плоскости плюс еще вертикализация. Вот такое кресло, оно можно вот им управлять с надежностью примерно 85, 0,85.
команды реализуются здесь с надежностью 0,85. Но вы знаете, в разных местах здесь использовались три технологии этих подхода к реализации нейроинтерфейса. И вот я сейчас хотел бы эти три подхода, это все-таки картинки, здесь вот фантомная рука, пальцы которой должны шевелиться в зависимости от команд человека, но это все тоже такие намеки на протез. Вот. И вот я сейчас перехожу к три подхода к созданию нейроинтерфейсов. И они все связаны, конечно, вот с этой с кухней, как выделить сигнал, как его классифицировать и прочее. Вот один подход. Смотрите, здесь идея, в общем-то, простая, но для реализации, в общем, есть сложности. На экране, вот это видео, на экране подмигивают четыре объекта. Каждый из них подмигивает со своей частотой. Эти частоты не сильно отличаются, но каждый подмигивает со своей частотой. Если вот теперь оказалось, что если человек обращает свое внимание на определенный объект, то его частота может быть выловлена в составе энцефалограммы. Просто надо делать спектр, надо придумать правильные там критерии тому, что соответствующий пик начал увеличиваться. Вот тут, допустим, 3 пика или 4 пика, которые соответствуют этим 4 объектам. Но если какой-то пик начинает увеличиваться, это означает, что человек обратил внимание именно на этот объект. А раз этот объект, их можно пронумеровать и назвать командами. 4 команды получены. Вот кресло инвалидное, оно, в принципе, может вот таким образом регулировать, таким образом управляться 4 командами. Просто смотрите на левую, на правую мигалку, на верхнюю или на нижнюю. Это будет назад, вперед, там, налево, направо. И надежность такого управления достаточно быстрая. Это примерно на команду уходит примерно, ну, надо просто посчитать, взять достаточное время, чтобы посчитать энцефалограмму и чтобы выявить устойчивое увеличение пика в определенном месте. Это где-то 4-5 секунд, и команда проходит. Можно и быстрее, но тут вот вопрос в обработке, как сделать так аккуратно, чтобы быстрее поймать это увеличение пика. Все, и вот 4 команды тут можно. Ну, у меня была специальная работа, диссертационная работа, где удалось показать, что 9 команд можно сделать с хорошей надежностью, выше 0,7, если это 9 команд. Это один подход. И вот, значит, демонстрация того, как этот подход работает. Steady state evoked, visual evoked potential. Эта методика называется SSVIP. Значит, вот 4 мигалки по краям этого монитора, а здесь игра. В игре объект, который нужно двигать по плоскости. Влево, вправо, ну, в принципе, вверх-вниз. Вот этот объект идет. Смотрите динамику. Довольно приличная динамика, это реальная динамика. Довольно приличная динамика в таком управлении. Человек, ну, это настоящий нейроинтерфейс, человек ничего не делает, только смотрит на экран. Довольно хорошо и достаточно, в данном случае, почти без ошибок идет этот процесс. Другой тип. Да, ну хорошо, здесь вот я этот тип нейроинтерфейса показываю в клиническом применении. Представьте себе, что да, вот у человека после инсульта повреждена какая-то группа клеток. Вот она обведена красным овалом. Эта группа клеток лежит как раз в области, откуда начинается управление рукой. Ну и все, если там выбить какие-то звенья, и все, координация нарушится, и рука просто не управляется. А чаще всего оказывается так, что это небольшое повреждение, но просто нарушена координация, как выбить несколько транзисторов из цепочки. Ну все, дальше оно не будет работать. Так и здесь. Но мозг обладает пластическими свойствами, он может нагрузить этой функцией
ну, какие-то соседние там клетки, которые, нервные клетки, которые занимались другим делом и, может быть, будут заниматься дальше, но они берут на себя эту функцию. Но чтобы вот такую зафиксировать эти пластические перестройки, надо все время пробовать, чтобы посмотреть, рука-то начинает шевелиться или не начинает при вот каком-то подключении этих новых клеток. Если не начинает, значит, другую какую-то комбинацию надо подыскать. Еще этим мозг как раз занимается на уровне коры. Но если рука совсем не действует, то ему трудно подобрать начальную координацию, которая, ну, попадет на хотя бы малейшее такое шевеление. Все-таки это довольно такой сложно координированный акт. И вот здесь можно помочь. Нужно посмотреть, нет ли какого-нибудь коррелята на уровне энцефалограммы, связанного с намерением к движению. Человек хочет, у него есть намерение сжать пальцы в кулак правой руки. Нет ли какого-нибудь отражения в энцефалограмме? Потому что если бы такое отражение поймать, такой специфический паттерн поймать, который отражает намерение человека к движению, ну тогда дальше можно просто электронным образом подать это на устройство, которое эти пальцы сожмет. И при такой фантазии получилось бы, что намерение притворяется все-таки в действие, потому что в пальцах есть рецепторы, которые чувствуют, что они сгибаются, информация пойдет в мозг, и мозг почувствует, что да, есть у него есть, так сказать, результат, что он как-то может управлять этими пальцами. Мы знаем, что мозг все равно будет знать, что что-то не то, но он не бросит это дело, будет перебирать эти комбинации, пока не добьется этого шевеления. Только нужно вот этот вот паттерн найти. Есть ли такой паттерн, соответствующий намерению к движению именно правой или там левой руки? И такой паттерн нашелся. Вот он оказывается противоположно расположен, выявляется на противоположной стороне относительно представляемой руки, и выражается он в подавлении, ну, мы говорим, депрессии, мощности миоритма. Миоритм – это ритм в области 10 Гц. Это тот же самый, та же самая область, что и альфа-ритм, но только альфа-ритм просто так по физиологии, он уже приписан к затылочной области. А если это такой же альфа-ритм находится в области моторной, ну, его называют миоритм. И там у него другие источники, просто по частоте он совпадает. Так вот, депрессия миоритма с противоположной стороны. Если это быстро выявить, что происходит депрессия с этой стороны, то можно тут же это превратить, транслировать в качестве сигнала и дать на экзоскелетное устройство, вот, которое сжимает эти пальцы. Ну, здесь вот просто дано устройство, которое мы напечатали на 3D-принтере и использовали в этих делах. Да, это получается, но я имею в виду, получается сгибание пальцев, ну, нет, пока о терапевтическом эффекте нет речи, потому что это здоровые люди, но сам контур заработал, и можно сделать, подать не вот на такую механическую, не такое механическое устройство, а можно подать сигнал на стимуляцию, электрическую стимуляцию мышц в руке, потому что, ну, мышцы – это есть движок, если правильно распределить, тут надо довольно, ну, какое-то количество электродов, не один электрод расположить так на этих мышцах, чтобы получилось правильное сгибание, медленное правильное сгибание пальцев, это называется функциональная стимуляция, электростимуляция. Так тоже получилось у нас, можно команду прямо подавать на мышцы, и это как бы более органично, и человек, и мозг видит, что да, определенное мысленное усиление, это живое усиление, намерение к движению реализуется. Ну, а дальше уж пусть там разбирается так, мозг, как-нибудь так сделать, чтобы без этой электронной цепочки. И можно подать на такую специальную там фантомную руку, это тоже наша такая рука. И можно вообще нарисовать виртуальную руку на экране, пусть он управляет этой виртуальной рукой на экране. Но лучше всего все-таки телесные такие дела, чтобы заработали рецепторы и прочее. Вот эта технология, видите, второй тип технологии, эти нейроинтерфейсы построены на представлении движения. Левой руки, правой руки, это можно здесь вот добиться выделения этих паттернов, ног, что-нибудь лицевые, там какие-то движения. В общем, 4-5 вот таких паттернов можно выделить. Правда, вот эти два
левая и правая рука, их можно довести, мы довели до 0,85 надежность такого детектирования. Но мы с вами понимаем, что здесь случайный уровень 0,5, поэтому над 0,5 все-таки всего лишь 0,35. Но это, в общем, то, что в мире сейчас достигается. А реально, допустим, если это передавать в больницу, как-то все-таки не в лабораторных условиях, тогда будет 0,7 где-то, а то еще и 0,65. Ну, вот клиницисты думают, что все-таки даже если это 0,7, 0,65, все равно это поможет. И таким образом это вот сейчас работает в клинике, эти технологии, в российской клинике тоже. Две лаборатории в Москве заняты. Ну, вот мы и еще одна лаборатория в Институте высшей нервной деятельности. И в клинике, в общем, показывают, что где-то на 20-30% быстрее ускоряется восстановление движения у тех, у кого вообще после инсульта, у кого это все-таки происходит. Но у кого не происходит, не происходит. Это все по сравнению с группой, где весь штатный режим тренировок, а здесь штатный плюс вот эти тренировки с помощью мысленного представления движения. И мы с вами знаем, есть такое целое такое направление в спорте – идиомоторные тренировки. Когда спортсмена учат сначала вот наблюдать за тем, кто хорошо делает движение, он никогда это не делал, многократно он себе это представляет, видит, как это делается, и потом вроде бы у него идет быстрее освоение нового навыка. Тренеры используют это такое идиомоторные тренировки. Ну вот здесь вот некоторая реализация, но только для пациентов. Это значит... Вопрос. Да. По этому методу не с точки зрения... образов движения, а с точки зрения управляющих команд. То есть вот я читал у Казанцевой в книжке про то, что мозг материален, что у каждого мысленного образа есть конкретная в мозгу группа нейронов, которая за него отвечает. Вот мне пример из армии близок, что вот там есть слово «сено», у меня какая-то группа нейронов включается, и слово «солома». И вот можно ли таким образом... Сено-солома, не правая и левая, сено-солома. Да. Вот можно ли таким образом управление не мышцами, а вот командами организовать, как вот в первом сценарии? Ну, конечно. Это просто пример клинический, я вот как раз сказал, клинический пример. А в принципе, можно это взять как команды, мы просто договоримся с человеком, что вот думай про правую руку, ну и включим телевизор. Конечно. Вот, можно ли думать не про движение, а про какой-то объект? То есть там про... Не знаю. Правильно, да. Да, это важный вопрос. Вот в том-то все и дело, что я вам сказал, что вот в этой технологии 4-5 таких вот мысленных образов схватываются, можно как-то схватить через энцефалограмму. Но это и все, что сейчас есть в мире. Какие бы вы образы ни придумывали в голове, не получается. Выделить их, ну, на уровне энцефалограммы. Ну, сначала думали, что недостаточно хорошие алгоритмы, но сейчас вот есть просто примеры, выложенные данные, по вот такой задачке по представлению движения. Можно тренировать свои алгоритмы, смотреть, кто лучше, с какой вероятностью догадается, какое там движение. И на этих данных просто тренируются уже сейчас. И это не так-то просто. До 100% никто не может дойти. В общем-то, где-то вокруг 0,85 все крутится. И это только образы, что-то связанное с телом, телесные образы. А если мы будем говорить об образах, которые отвлечены от тела, допустим, там мандарины, паровозы, луноходы, еще что-то, летний отдых в горах, это ничего не схватывается. Всего 4, 5, 6 образов. И то, если мы говорим о 4-5 образах, то тогда вероятности понижаются. Самые такие хорошие – это все-таки правая и левая рука. Ноги уже с меньшей вероятностью отгадываются. В общем, вот как-то вот так. Дальше дело не идет в мире. И, в общем-то, попытки на эту тему уже практически уже закончились. А вот как это у животных реализуется? То есть они же не могут думать в термин... Мы же не знаем, какие у них образы, но они все равно там что-то управляют. Как-то. Вы имеете в виду нейроинтерфейсы на животных? Ну да. Ну, здесь вот
Вы знаете, я просто трачу ваше время, я с удовольствием это рассказываю, конечно, да, но я просто не знаю, какой у вас регламент. Я боюсь, что не дорасскажу. Ну, хорошо, сейчас я вам скажу в двух словах. Значит, дело в том, что я могу отдельно, если у вас будет какое-то желание, возможность, я могу рассказать про все эти эксперименты на животных, там, то и другое. Но принципиально здесь что? Мы сейчас говорим о неинвазивной технологии. Видите, мы поставили эти датчики, это за 10 минут можно их поставить и за одну секунду убрать. Все. А если делать инвазивные технологии, то есть вживлять электроды прямо в моторную область, тогда гораздо все точнее становится. И тогда и вероятности детектирования соответствующей команды увеличивается, расширяется диапазон вот таких вот намерений, которые можно детектировать. Но это инвазивные. На животных это, как правило, это инвазивные все дела. Дырочка, внутрь электроды, в правильную область. Если это, значит, моторная кора, то, допустим, в область руки. А здесь мы находимся в ситуации, когда этот электрод, который стоит на кожной поверхности, он собирает электрическую активность с поверхности примерно там, в 3-4 квадратных сантиметра. Там уже и руки, и ноги, и все что угодно смешано в этой энцефалограмме. Видите? Поэтому здесь все это трудно сделать. Просто тут возникает сомнение о том, насколько там энцефалограмма информативна. Может, она информативна на 0,85%, ну и на 85% в отношении данного дела. Ну и что тогда? Какими методами тут что возьмешь? Ну вот, долгое время существовал этот оптимизм, тем более, что это было как раз время, когда появились новые сетки с глубоким обучением, и, в общем, навалились этими сетками, но, в общем, дело не сдвинулось. Поэтому здесь вот такой, ну, такой вопрос, но все-таки есть еще ходы. Есть ходы, где, ну, просто нужно побольше данных, например, сделать постабильнее тестирование. Это все сейчас, ну, мы понимаем, что каждый исследователь, он видит, что что-то так плохо идет, он бросает на другую какую-то область, где есть грант и прочие дела. А здесь нужна такая усидчивая работа, да еще и грант не возьмешь под то, что неизвестно, получишь или не получишь. Так что это я говорю и за себя, и за всех исследователей в мире, которые вот этой проблемой заняты. Так что вот здесь вот пока такая ситуация. Это вот один подход. Работа над образами продолжается, в том числе и у меня. Я постарался сделать сейчас очень хорошо размеченную энцефалограмму, где человек использует не телесные образы, но графические образы, но которые цепляют, возможно, телесные. Ну, например, стрелочка показывается человеку, он должен про стрелочку думать. Но 4 типа стрелочек. Вперед, которая смотрит вверх, вниз, влево или вправо. Это, чувствуете, здесь есть элемент пространства, и, следовательно, телесности, и, следовательно, движения. Ну, это такие верования, но надо посмотреть. Вдруг все-таки удастся выделить эти образы на уровне энцефалограммы. Тогда посмотрим, в общем, какие тут области мозга зацепились за, вернее, классификаторы, какие области мозга использовали для того, чтобы все-таки выделить эти образы. Или сетки там, или что. Это вот, значит, такой способ. Здесь все, и первый, и второй способ – это мало команд. Сколько бы там не мигало лампочек, в первом случае, вот где-то 9, мы сами исследовали, где-то 9, возможно, начинает падать вероятность обнаружения этой команды, обнаружения этого паттерна. И здесь вот совсем 4-5 образов, и они крутятся где-то с вероятностями 0,65-0,85. Дальше уже дело не идет. А нужно было бы что-нибудь такое, чтобы было много команд и с высокой вероятностью. То есть это как-то вот звучит как-то странно при вот такой общем пессимизме. Но вот вам такой, ну вот здесь просто эти вероятности показаны. Тут вот показано, что левая рука против правой руки, против ноги уже 0,6-0,65. Но здесь понятно, что здесь 0,33 случайный уровень. А вот где случайный уровень 0,5, левая и правая рука, ну там повыше все-таки можно достичь. А как же, ну здесь вот, здесь, кстати говоря, вот я хотел бы, чтобы вы это знали.
Мы же говорим о... Сейчас, минуточку. Да, сейчас, минуточку. Да, это вот я хотел бы, чтобы вы знали. Мы говорим о депрессии миоритма как отклик на представление движения. Но мы же не знаем, какая, насколько многозвенная эта цепочка. Может быть, депрессия миоритма – это какой-то уже вторичный, третичный, пятеричный отклик относительно вот представления движения. Потому что самый такой первичный отклик – это все-таки состояние моторных нейронов, которые контролируют мышцы. Вот именно вот они должны нам дать ответ, что-то меняется в коре или нет. Вот желательно вот от них услышать ответ, потому что все остальное, депрессия миоритма, это уже какие-то там более высокие механизмы, которые коррелятивно, может, отвлекаются на это дело. Здесь я перещелкну. И, значит, если следить за мотонейронами, то надо посмотреть, меняется ли их возбудимость при представлении движения. А это уже тонкий вопрос. Не в каждой лаборатории это сделаешь, но тем не менее это будет ответ на вопрос. Если меняется возбудимость самих нейронов корковых, то, во-первых, это потенциал для действительно медицины, а во-вторых, теперь мы сможем посмотреть корреляцию. Ну хорошо, вот здесь вот как раз то, что связано непосредственно с моторными нейронами. А как тогда эта депрессия миоритма, она сильно будет коррелировать вот с этим первичным признаком? Вот сделан такой эксперимент. Здесь, видите, чтобы измерить возбудимость мотонейронов коры, делается такая методика – транскраниальная магнитная стимуляция. То есть это катушки магнитные, которые формируют две катушки, которые немножко сделаны под углом, у них два луча, и на пересечении этих лучей создается такая максимальная мощность и такой острый луч. Его можно направить в нужную область. Ну и переменное магнитное поле вызывает переменный ток, и в конце концов именно электрически будет раздражаться нейроны в очень маленькой области. Транскраниальные магнитные стимуляции – это приборы медицинского назначения, их можно использовать и для здорового человека, там с этим все в порядке, потому что очень маленькие энергии. Но тем не менее, если водить этой катушкой по над кожной поверхностью головы и периодически стучать, давать такой одиночный импульс, то в какой-то момент можно заметить, что дергается рука. Значит, мы находимся в области руки. Но нам нужна не рука, а пальцы. И так немножко-немножко, если иметь опыт, то тогда это можно хорошо поймать, это место. А вообще-то говоря, у нас есть такой навигатор, который следит, позиционирует этот луч относительно томографической карты этого человека. То есть это такое специальное такое нагромождение, но можно без этого, сейчас не будем отвлекаться. Важно, что тут функционально просто понятно. Стукнули, дернулись пальцы, все, мы находимся в зоне мотонейронов этих пальцев. И вот теперь держим катушку здесь, стучим по этим мотонейронам, но уменьшаем энергию стимула до такого уровня, чтобы вот здесь вот нарисовано, что мы регистрируем мышцу. Активность мышцы, которая управляет этими пальцами. Активность мышцы еще есть в ответ на стимуляцию, а движений пальцев уже нет. То есть это уже настолько маломощный приходит сигнал, он, конечно, активирует мышцы, но уже у них нет силы сдвинуть пальцы с места. И вот тогда мы получаем некоторый сигнал. Вот синий. Синий сигнал – это стимул, это ответ этой мышцы на транскраниальный стимул. Значит, мы таким образом знаем, что мотонейроны, мы активировали мотонейроны коры. И вот теперь главное. Теперь мы просим человека представить движение этих пальцев. И тут резко вырастает амплитуда ответа мышцы. Она все равно недостаточна, чтобы двинуть пальцы, но она резко выросла. Вот такое соотношение, тут нет никаких сомнений. Спрашивается, а что же здесь поменялось?
физически ничего не поменялось, потому что стимул тот же, магнитный стимул той же самой энергии, ну все то же самое. С какой стати у нас изменился потенциал отклик этой мышцы? Это же реальная энергия затрачена на это дело. С какой стати? Что случилось? И вот здесь это сила мысли в буквальном смысле, потому что подключился только моторный образ. Только что человек сидел, ничего не думал, был синий отклик, а теперь он представил движение, стал красный отклик. Как это можно объяснить? То есть это получается сила мысли, то есть, так сказать, пришел момент движения из ниоткуда. Ну, конечно, значит, здесь объяснение очень простое. Когда мы говорим о вот этом мотонейронах, которые управляют этой мышцей, конечно, там существует целый пул этих мотонейронов. И наш стимул магнитный, он вызывает активацию только небольшой части этого пула. Ну, потому что мы видим, что пальцы даже не движутся. Значит, действительно маленький пул какой-то задействован. Но когда мы представляем движение, по-видимому, подвозбуждается дополнительное количество нейронов, то есть у них уменьшается порог, и теперь того самого стимула достаточно, чтобы активировать дополнительное количество нервных клеток. Значит, таким образом мы говорим, мысль вызвала подвозбуждение моторных нейронов. То есть мы поймали просто вот как мысль работает с нейронами. Больше тут ничего, никаких факторов не меняется, только мысль. И вот таким образом можно показать, что да, вот в этом случае представление движения действительно повлияло на конечный пункт вот этих нейронов, дальше уже мышца. Теперь смотрим, как это коррелирует, вот эта активация нейронов, мысленная активация нейронов коррелирует с одновременно измеряемым уровнем мюритмов. Ну, вот так они выглядят, эти самые там в реальных делах, когда многократно делаешь, стучится по голове этим магнитным стимулом, вот такие вот импульсы, вот такие отклики мышцы, а вот они становятся, когда человек думает про движение, при той же самой силе стимуляции. И вот корреляция нулевая. То есть мы, оказывается, наблюдаем за этим мюритмом, но это какой-то десятый какой-то уровень, еле-еле-еле как-то коррелирующий с этим представлением движения. То есть реально то, что происходит на уровне мотонейронов, очень слабо, практически не отражается. Ну вот видите, какая корреляция. Там двумя способами мы там смотрели. И, в общем, нет корреляции. То есть это такие механизмы довольно сложные в голове, когда мы все ориентируемся, допустим, на мюритм, а он, в общем-то, отражает, получается, неизвестно что. Может быть, не представление движения, а какой-то компонент, связанный с представлением движения. А истинное представление движения вот только если активируются мотонейроны. Но они не всегда активируются. Только 30% студентов дало нам активацию этих мотонейронов при представлении движения. Мы тоже тогда начали задумываться, может, алгоритмы плохие, мы эти никак не можем выделить это, так сказать, этот момент изменения возбудимости мотонейронов. Но когда начали работать с этими студентами, ну, спрашиваешь, ты вообще точно представляешь движение или халтуришь? Да, да, я точно представляю. Как ты представляешь? Ну, там человек объясняет. Оказывается, что можно научить правильному представлению движения. Они плохо представляют движение. Они думают, что они представляют, потому что у них нет опыта, с чем сравнить. И вот когда, ну, например, говоришь, вот постучи пальцами по столу. Чувствуешь, что там какая-то болезненность появляется, натяжение кожи? Да-да-да, чувствую. Вот теперь думай, представляй это свое движение, но как-то телесно, чтобы там были какая-то чувствительность кожная, и что постепенно они научаются. И еще 30% дают нам активацию мотонейронов при представлении движения. А вот 40% не могут научиться. Ничего с ними не можем сделать. Ну, это дает далеко идущие выводы о том, что, может быть, у них с представлением не только движения, но вообще с воображением плоховато. Ну, наша цивилизация ведет к тому, чтобы воображение использовалось все меньше и меньше и меньше. Оно вынесено на экраны мониторов.
Ну вот не будем здесь философствовать. Это вот статья по этому поводу тоже. Я показываю просто статьи, которые так хороший отклик вызвали в международной печати, когда мы впервые показали, что здесь вот оказывается ориентироваться на просто энцефалограмму в данном случае это, так сказать, бессмысленно. Там нет корреляции с внутренним феноменом. Ну, наконец, значит, последний тип нейроинтерфейсов – это нейрокоммуникаторы. Вот мы говорили все о том, что нужно как-то получить больше команд, чтобы ну, рассчитывать на что-то такое большее, например, набор текста. Там уж там четырьмя, пятью, восьмью командами не обойдешь, и если только не сегментировать этот набор букв, там группами букв, что-нибудь такое. Ну, так делают, но это тогда очень медленно. И вот смотрите, какой подход. Представим себе, что человек хочет набрать вот букву, которая в красном квадратике. Она организуется, эта буква организуется в такой таблице, которая нарисована на экране. Но эта таблица не пассивная, а подмигивают столбцы и строки в случайном порядке. И вот здесь чисто физиологический феномен. Понятно, что подсветка каждого столбца и каждой строки, конечно, вызовет в энцефалограмме маленькую реакцию. Эта реакция действительно маленькая, она примерно в 3 раза меньше, чем такой средний уровень самой энцефалограммы. Но поскольку она систематическая, то можно сделать когерентное накопление относительно момента подсветки и накопить несколько подсветок, и там будет виден. Ну, там понятно, в соотношении единицы на n увеличивается соотношение сигнала к шуму, случайные компоненты начинают нивелироваться, а систематические проявляться. И вот здесь можно проявить эту реакцию. И на каждую подсветку, здесь получается 12 подсветок, 6 столбцов, 6 строк, можно получить 12 реакций. Они все будут разные. И если сделать еще один прогон подсветок этих столбцов, опять разные реакции. Разные не в том смысле, что один столбец дает одну реакцию, другой – другую. Нет, в следующий раз этот столбец давал такую, а в следующий раз он даст другую, похожую на соседний столбец. Вот так. Правила нет. Но физиологический вид феномен здесь такой. Если человек заинтересован вот в конкретной букве, то реакция на подсветку столбца или строки – которая содержит эту букву, будет несколько отличаться от всех остальных. В этой каше вариативности можно подсмотреть все-таки, что эта реакция будет несколько другой. Здесь вот такое выраженное дано представление этой реакции, вот она красным показана, а остальные реакции вот сидят где-то здесь. А вот эта вот реакция на подсветку столбца или строки, содержащие нужную букву, нужную человеку букву. Ну и здесь показана вся структура, то есть сама реакция длится, что-то потерялся курсор, вот, сама реакция длится примерно 800 миллисекунд или 600 миллисекунд относительно начала подсветки. Но такие интервал, временной интервал, в котором наибольшие различия, это вот в районе 300 миллисекунд. Это такое позитивное отклонение. В районе 300 миллисекунд можно поставить здесь окно и усреднить эти амплитуды и просто детектировать различия между всеми реакциями только в этом окне, временном окне. Ну так, чтобы улучшить эту процедуру статистическую, не так делать ее нагрузочно, вычислительно. Так и назвали. Потенциал P300 – это технология, работающая на потенциале P300. В принципе, если так сходу попробовать сделать эту технологию, то можно получить уже 0,65 вероятность отгадывания этой буквы, примерно 0,65-0,07. Но это при случайном выборе тут 1,336, это означает где-то 3%, получить 67% – это уже очень хороший результат. Но из практических соображений, ну что такое 0,67? Это значит, получается там сколько-то процентов, большое, много остается процентов ошибок. Вот, поэтому для, вот скажем, набора букв текста это не годится. Нужно было зашлифовать так, чтобы было ну, хотя бы близко к 0,95, 5% оставить на ошибки.
И здесь тогда, ну, мы просто тогда исследовали весь интервал, посмотрели, какой, может быть, тут тоже информационные такие компоненты есть, которые могут вносить вклад в распознавание намерения нажать именно эту букву, набрать именно эту букву. Оказалось, что есть еще один такое окошко, ну, там еще можно подсобрать кое-что. В результате мы довели это дело до 0,95 действительно, и вот она сейчас работает как 0,95 и выше. Некоторые испытуемые, они просто работают со 100% надежностью. Задумал букву, она напечаталась. Ну и, конечно, можно тогда делать это вот с такой надежностью. Эта технология, получается, дает много команд. Фактически мы нажимаем кнопки, потому что это не обязательно буквы. Можно сделать пиктограммы, такие, тоже из таких же квадратиков, и подмигивать этими столбцами и строчками. И пиктограмма дает расширение просто в каком смысле? Ну, например, если мы делаем это для пациента постинсультного, он не умеет ни говорить, ни ходить, ничего. И мы там нарисовали чашку, тогда ему не надо набирать «я хочу пить». Чашку достаточно посмотреть на чашку, ну и все, и, так сказать, если договориться, то, значит, понятно, что человек хочет. Мы сделали такую оптимизированную матрицу, в конце концов, 49 здесь команд. Ну, это немножко не та матрица, просто для демонстрации. 49 команд. Там включаются не только буквы, цифры, там что-то еще, ну и такая всякая символика. Там же включено еще 6 таких реальных кнопок, звонок другу. Ну, все то же самое. Все то же самое. Подмигивает, человек смотрит на кнопку, которая вдруг попала в подмигивание столбца. А это, оказывается, она автоматизирует звонок другу. Ну и все, через динамики друг откликнется. Либо это другие приборы, включить-выключить телевизор, что-нибудь еще. Ну и в конце концов можно подключиться к социальной сети, можно отправить месседж, получить месседж на конкретные электронные адреса, которые здесь будут тоже как квадратик представлены, но только не длинным электронным адресом, а там, лицом того человека, кому это отправляется. В результате вот выработалась такая, в лабораторный такой вариант рабочего места для пациента, который не может ни говорить, ни двигаться, в общем, постинсультного пациента. Дальше нужно было найти просто инвестора, который мог бы реализовать это уже не в лабораторной схеме, а в коробочном решении для таких пациентов, для больниц и прочее. Это удалось сделать. Я уже, значит, к этой истории не возвращаюсь. Вот, а нет, все-таки решил похвастаться. Ну, вот такие коробки сейчас есть. И в результате, да, была такая национальная выставка, где так знаковые люди тоже посмотрели, задавали вопросы. Значит, это вот как это выглядит, это все новое, просто сделано абсолютно под эту задачу. На голове энцефалограф. Мы оптимизировали количество каналов, число каналов, которые для этого необходимы. Тут же уже такие практические дела. Человек должен дома, не профессионалы, должны одевать эти электроды. Поэтому здесь все оптимизировано. 8 электродов уже дают нам, мы нашли эти позиции, 8 электродов дают уже 95% надежность для отгадывания, какую букву задумал человек. Значит, получается вот этот вот гарнитура плюс ноутбук, в котором надо загрузить приложение, ну и все, и дальше все работает. Так что, ну да, мы хотели как-то показать, что это вот впервые в мире, потому что вот дойти до вот такого клинического варианта, просто чтобы можно было увидеть, все-таки никто к нашему времени не успел, но сейчас уже другие тоже делают, американцы. Вот, но для того, чтобы как-то это уж просто вам для такой... Для хвастовства, хорошо. Значит, я привез это в Лос-Анджелес, в клинику, реабилитационную клинику. Вот этот наш прибор на их пациентах. А здесь одновременно мы, здесь мои помощники на пациенте, которые в наших реабилитационных центрах, и они просто переговаривались друг с другом. На лету, конечно, мы встроили туда переводчик. И вот, пожалуйста, люди, которые в принципе не говорят, в тяжелом положении, это женщина там ДЦП, ничего не может сделать, там одни судороги. В данном случае все хорошо работает. И, в общем, технология заработала просто в таком клиническом приложении. Но моя лаборатория не работает, в принципе, на всякие приложения. Мы стараемся дальше что-то в науке сделать. Но здесь я решил это дожать, чтобы что-то одно хотя бы функционировало. Вот, поэтому, значит, так мы дожали это дело. Теперь все-таки вот к тому, к чему, собственно, я хотел бы, чтобы у нас тут вот
ну, некоторые задачки нерешенные. Сейчас я просто хочу здесь вот перечислить задачи, которые, в принципе, стоят просто как научные задачи. Ну, давайте просто, пусть они пока вот так вот висят, просто почитайте, я потом расшифрую. Нет, так, наверное, не получится. Давайте все-таки я прокомментирую. Значит, фундаментальные механизмы мозга по данным декомпозиции обученных нейронных на нейронах, на нейроданных искусственных нейронных сетей. Ну, представим себе, что мы научили какую-то сетку распознавать в энцефалограмме какой-нибудь там образ. То есть это уже не простая нейросетка, она обучена на нейроданных. И вот теперь мне уже интересно, а как она это делает? Потому что это уже как бы не ручная работа. Это такой алгоритм, который мне неизвестен. Я совершенно иду другим путем. Я для того, чтобы изучать механизмы мозга, я думаю, давай я поставлю такие каналы, вот буду обрабатывать таким-то образом энцефалограмму, там спектральным, еще каким-нибудь, вывлет, ну, много там всяких. И все это так вот я придумываю, не, просто от безысходности. Ну, не так уж много методов, как я обрабатываю. А тут вот нейросетка, она сделала это как-то своим способом, и теперь мне вот интересно, как это она сделала. Ну, например, я сразу посмотрел, какие каналы, у меня 40 каналов, какие каналы нагружены для в сетке, нагружены, информационно нагружены для того, чтобы сделать это распознавание. И я сразу выявлю, какие зоны мозга здесь задействованы именно в этом процессе. Допустим, это процесс мысленного воспроизведения движения или там какого-нибудь образа. Я пойму, где тут эти структуры мозга начну. Это исследование фундаментальных механизмов мозга. Но теперь здесь подсоединяются эти сетки, которые показывают, дают мне намеки, где искать. И у них это они более мощные в этих поисках. Они быстрее работают, они быстрее перебирают там разные варианты и так далее. Вот здесь, если коротко, здесь, похоже, вот мы подошли в исследование мозга именно к этому этапу, где мы уже выдумывать, уже наши выдумки истощились. Как обрабатывать энцефалограмму? Или там много еще других, обрабатывать другие параметры и так далее. А здесь просто если поставить задачу нейросетки обучиться вот сделать такое-то дело, там распознавать что-то, дальше просто ковыряемся, смотрим, как она сделана, и вторичным образом прикидываем, как же тогда устроены механизмы мозга, какие признаки энцефалограммы она выбрала для того, чтобы это распознать, какие каналы, ну и так далее. А вторая задачка, которая вот связана с таким, где используются сильные уже такие математические подходы, ну, я обобщаю, математически там в сетках, наверное, нельзя назвать, что это математические подходы, но все-таки алгоритмика, мне кажется, там за математикой. Исследование и разработка симбиотических нейроморфных систем контроля и управления. Когда речь идет о том, чтобы использовать биометрические показатели в широком смысле, может быть, это не только энцефалограмма, для того, чтобы машинные системы подстраивались под состояние мозга. Ну, например, если я работаю с несколькими экранами, вот сейчас передо мной два монитора, и там могут быть несколько экранов, но я работаю с каким-то конкретным экраном, то биометрические системы должны подсмотреть, что мое внимание направлено только на этот экран, и все остальные можно пригасить или вообще выключить, или еще что-нибудь с ними сделать, потому что мозг так устроен, что если все-таки информация представлена, он ее обрабатывает. Мы не хотим, но в мозг через глаза она попадает, и мозг ведет эту обработку. Ну, это мы можем заметить по себе. Кажется, что вот какой-то фоновый шум или какие-то фоновые визуальные объекты вроде бы нас не интересуют, но они влияют, они утомляют мозг. Поэтому можно сделать автоматизированные системы, которые сами по себе будут за этим следить. Но это фактически на основе нейроинтерфейсных систем с расшифровкой биометрического показателя. Психиатрическая диагностика тоже очень важна. Подсмотреть, что у человека в голове. И поскольку вот я вам уже сообщил, что мы в своих фантазиях истощились, вот как ловить эти образы или намерения человека в энцефалограмме, если не сверлить дырочки, как их ловить. Но, может быть, все-таки надо приспособить сюда довольно такие комбинации нейросетей, которые это будут ловить. Но, например,
как задачка, я вот могу вам одну задачку, которую мы начали решать. Аутисты. Аутисты, особенно дети. Но там вообще-то эта диагностика важна. Это аутизм или не аутизм? Человек нелюдимый, ребенок нелюдимый. Мало эмоций. Родители приводят, говорят, вот у меня такой аутизм, давайте его там лечите. Мало эмоций. Ну, а как узнать все-таки, вот у него есть эмоции или нет эмоций? Ну, вот ситуацию с этими буквами, там мы догадывались, когда человека нацелено внимание на какую-то конкретную букву. Здесь подаются наборчик лиц. Лица родителей, допустим, и совершенно незнакомые ребенку лица. Вот интересно, мы ему ничего не сообщаем, он просто смотрит на эти картинки. Но очевидно, что если мы поймаем, что он заинтересован в лицах своих родителей, значит, у него уже есть элемент эмоционального реакции, какого-то эмоционального отношения к этим родителям. Можно по-другому сделать, можно дать картинки нейтральные, эмоционально значимые, ну, например, всякие там дорожные инциденты, и тоже посмотреть, как это вызовет отклик или не вызовет отклик. У нас есть там пару статей на эту тему. Дело тут идет, но не так сильно, не так хорошо мы можем распознавать все-таки эти ситуации, потому что здесь очень важно. В случае с буквами человек осознанно наблюдает за этими буквами, он как бы своей осознанностью помогает удерживать там внимание. А здесь так, методика построена таким образом, что человеку нельзя сказать, вот обрати внимание на вот это лицо. Он должен его высказать неосознаваемым образом. Ну и, в общем, эти работы в этом направлении мы ведем для многих таких, ну не многих, но для некоторых таких практических целей, в том числе вот психотерапии, психологической диагностики, это важно. Травматическое обстоятельство там выловить и так далее. Ну и четвертое. Интеграция человека с машиной. Это не столько уже такая эргономика, не столько нейроэргономика, но оптимизация вот этих управляющих команд. Просто здесь вот надо посмотреть так, чтобы мозг эффективно работал в этих системах. Какие задачки стоят, которые мы не можем решить сами? Ну и никак, у нас нет таких компетенций. Все-таки мы возвращаемся к декомпозиции обученных на нейроданных искусственных нейронных сетей как новая парадигма исследования мозга. Смотрите, что здесь. Выявление пространственно-временных признаков и энцефалограммы, определяющих эффективную классификацию ментальных состояний. Как это сделать? Надо копаться в этих в мозгах уже обученных этих нейронных сетей. Дело непростое. Ну, немножко я погружался в эту тематику, как дилетант, можно сказать. И дело оказывается совсем непростое. А если бы могли внедряться в эти мозги, ну да, это такая получается новый уровень нейрофизиологии. Можно сказать, нейрофизиологии, обученных на нейроданных нейронных сетей. Но это нам нужно для того, чтобы потом разбираться в самих мозгах. Вторая тут задачка – экспериментальный анализ обученных на нейроданных искусственных нейросетей. Понимаете, если мы уже обучили нейросетку, теперь интересно, а вот как она будет действовать, если, допустим, усложнить ей задание? Если она все-таки с ним справится, что же, какое она преобразование сделала в своих мозгах, что она все-таки справилась с этим обобщением, с этим ухудшением. И тут вот мы можем портить эти данные или, например, улучшать имена, допустим, в энцефалограмме. Тогда мы тут вот немножко подсмотрим, как она, как вообще можно. Ну, она – это не живое существо, это некоторый еще один инструмент, который справился с задачей, а дальше мы
должны посмотреть, как же он это смог сделать. Нам, если, допустим, мы настроились на спектральный, там, допустим, анализ энцефалограммы, а кто-нибудь там специально мысленно там, нам немножко перепутает там эти спектры, мы уже ничего не можем сделать. Вот мы этот спектральный анализ используем, и все, он нам теперь дает неизвестно что. А если целевая задача поставлена для нейросетки, там, цель, на которую она под которой она учится, то она, а вдруг она выйдет из положения? Ну и что, и как она это сделала? Что же она тут использовала дополнительно? Что-нибудь еще такое? Ну, там много всего можно сделать. Поиск соответствия абстрагированных ассоциаций. Вы знаете, это более такого высокого уровня, получается, задачки. Поскольку там несколько слоев у нейросети, я, видите, у меня какая-то суженная такое понимание математических задачек, все как-то вокруг этих нейросетей. Значит, понятно, что если есть несколько слоев, то значит там есть несколько уровней такого, ну, квазиабстрагирования. Вот теперь интересно, это тайна мозга. Как какими абстрагированиями идет мозг от уровня к уровню, там от одного семантического уровня к другому семантическому уровню, какие абстракции делает внутри себя мозг. И вот здесь можно посмотреть, как же все-таки в нейросетях. Если там несколько уровней абстрагирования, а мы, допустим, распознаем лица. Вот интересно, если мы, допустим, будем экспериментировать с самим исходным объектом, лицо, допустим, мы закроем глаза. Что там изменится в этих нейросетях, если они продолжат распознавать? Что там выпало? Какой уровень? Если, ну так совсем по-детски, если мы увидим, что выпало вот это и это звено, ну что же, это вот звенья, которые абстрагируют именно глаза. Раз оно выпало, не действует там и так далее. Я понимаю, что так может не сработает, она переконфигурируется, нервная сетка, нейросеть. Но все-таки вот эти уровни абстрагирования, вполне возможно, что они вот такие же, как это делается в реальных искусственных нейронных сетях. Ну, Константин Владимирович Анохин, он занимается специально разработкой вот таких биологизированных, теоретических, точнее, пока построений, биологизированных нейронных сетей. Но как они абстрагируют, сейчас просто можно фантазировать просто. Но если использовать эксперименты на искусственных нейронных сетях, может быть, можно подсмотреть принципы абстрагирования в естественных нейронных сетях. Вторая задачка – это все задачка с декомпозицией обученных на нейроданных искусственных нейронных сетей. А вторая задачка – мозг на линии с искусственным интеллектом. Ну, так тоже очень такое условное обозначение, но идея тут какова? Все эти нейроинтерфейсные технологии с этими интересами людей сделать какие-то гаджеты там, или что-нибудь такое, у нас таких интересов нет, или же с интересами фундаментального изучения мозга, они все как-то построены таким образом. Надо что-то расшифровать, сформировать команду на основе этой расшифровки и бросить на исполнительное устройство. Как будто бы исполнительное устройство – это пассивный какой-то там рычаг, какой-то движок, там что-то еще. Но надо сделать этим устройством не пассивный, а активный элемент, который тоже будет заинтересован в расшифровке намерения человека или какого-то образа человека. Вот в такой паре мозг-то будет заинтересован. Надо поставить вот в какую-то такую, мотивировать мозг. Как вот когда-то вот я активировал мозг, просто предполагая вслед за психологами, что ему нужен какой-то цвет конкретный. Вот здесь тоже. Если мозгу интересно, то он пластичен, он будет пытаться подстроить свою энцефалограмму в пределах какого-то возможности для того, чтобы она все-таки в конце концов ее распознали как вот намерение. Как намерение. Но вот вторая часть, а именно активная, пусть назовем это просто искусственный интеллект, он тоже будет заинтересован распознать, потому что ему поставлена задача это распознать в этом деле. И тут нужно попробовать сделать всю операцию на сходимость, чтобы они пробовали разные решения и в конце концов, чтобы нашли это правильное решение, что задумал человек. А как это делать? Как это сделать? Это можно сделать в ситуации, когда в этой нейроинтерфейсном контуре появляется обратная связь.
И это означает, что появляются рефлексивные искусственные нейронные сети. Они должны подать обратную связь, до чего они додумались, чтобы послушать отклик мозга, правильно ли это, на правильном ли мы пути. Вот подслушать отклик мозга горячо-холодно – это гораздо более простая задача, чем подсмотреть сам образ, который. И вот здесь вот, если эта задача уже контролируется горячо-холодно, то, допустим, я задумал апельсин. Но если это не совсем глупая нейронная сеть, а мы все-таки ее сконфигурируем и подобучим немножко из, так сказать, репертуара того, что возможно вообще не просто вот так, а бы что, то в конце концов она будет предъявлять свои решения на экране компьютера. Графические решения. Это можно сделать не только графически, но и тактильно, и аудиовизуально, там разным способом. Ну, допустим, это для наглядности, это экран. И вот я задумал апельсин, ну что, там идет взаимная такая подстройка, там с разными предложениями мне на экране компьютера, в конце концов предложение будет такое – футбольный мяч. Ну, это уже сильное приближение. И, следовательно, мозг мне говорит, это очень горячо. Дальше идет настройка, и в конце концов мне покажет, например, мандарин. Не апельсин, а мандарин. Совсем близко. Ну и, в конце концов, апельсин. Вот важно, что если удастся сконфигурировать такую задачку, ну, как-то простым, пусть они самым простым путем идут на сходимость этого решения, то в конце концов появится траектория, как они подстраивались друг к другу. То есть нейронная сетка почувствует, как тут манипулировать этой энцефалограммой, чтобы побыстрее приблизиться к решению. Какие подавать обратные объекты, чтобы приблизиться к этому решению. Ну, это совсем такая гипотетическая ситуация, но она экспериментальна. Ее создать экспериментально возможно. Здесь нет никаких трудностей. Просто здесь насколько вероятно, что в конце концов такая ситуация заработает. Если заработает, то, пожалуйста, вам это будет канал мозг-машинного языка. Причем нам не потребуется усилий для расшифровки кодов этой самой энцефалограммы. Они просто выработают новый язык для того, чтобы подстраиваться друг для друга. И вот тут получается, что автоматизированное создание мозг-машинного языка, причем вот именно мы не делали никаких усилий для того, чтобы этот язык создать. Вы знаете, допустим, надо было изучать язык обезьян, и человек придумывал, как бы вот сделать такой язык, чтобы обезьяна понимала. Но это нужно было придумать, целая история. Мы не знаем, мы не можем ничего спросить у обезьяны. А здесь оно должно автоматизированно создаться на более или менее высоком уровне. Но дальше можно вот пробовать, ощупывать, в каких пределах все-таки это можно, отгадывание задуманного человеком, в каких пределах это может реализоваться. Ну и мы все время говорим нейроморфный искусственный интеллект, нейроморфные какие-то системы и так далее. Вообще-то говоря, здесь более такая близкая задача. Нейроморфные нейроинтерфейсы. Это как раз вот означает, это вот из этой же палитры, это означает, что они должны подстраиваться. Нам не надо самим управлять параметрами, которые вот выдумывать, искать вот такие хитроумные ситуации с каким-нибудь ритмом, там еще что-нибудь. Пусть подстраиваются немножко, и нейроинтерфейс заработает уже нейроморфным путем, потому что это будет такой путь, который, ну, наиболее удобен для мозга. А вот это наибольшее удобство подсмотрено уже искусственной нейронной сетью. Когда я говорю искусственная нейронная сеть, конечно, это не обязательно там какая-то одна сетка, это могут быть конкурирующие нейросетки, это могут быть там по-разному, вы лучше меня знаете, по-разному можно скомбинировать разные сетки разного предназначения, что в конце концов они будут помогать друг другу и справиться с этой проблемой, как вот по энцефалограмме все-таки детектировать, возможно, точнее и больше репертуар
мысленных представлений человека или ментальных актов человека. Но я совершенно уже, вот это последние мои слова здесь, вот в этом деле, я совершенно не, у меня нет никаких фантазий относительно того, что в конце концов мы научимся с помощью этих искусственного интеллекта и там сетей, и еще чем-нибудь читать мысли человека. Теоретически я тут не вижу никаких подходов для того, чтобы это сделать. Но вот такие грубые намерения, образы, вот на таком уровне, наверное, взаимодействие можно наладить. Спасибо за внимание. Значит, ну, я бы хотел выделить проблемы, которые мне кажутся, вот если уже там значит, заниматься этими делами, и особенно если ориентироваться на нейросетки, то здесь вот есть некоторые проблемы чисто биологического характера. Большие данные. Мы не можем набрать большие данные. Мы прекрасно понимаем, что большие данные – тут главная фишка. Big Data, Deep Learning – это главные фишки, конечно, если тут вот с этими сетями. Но мы не можем набрать большие данные. То есть это человек не может сидеть бесконечно. Все эти, мы должны понимать, что испытуемый, но его время жизни в эксперименте – час-полтора. Это максимум. Я стараюсь час. Мы видим по многим там, наблюдениям, по биометрии всякой, по сердцу, по кожной гальванике, что ну, идет динамика состояния, утомляется человек, и он уже не может, особенно если такие тонкие вещи, представляя апельсин, представляя мандарин. Ну, некоторое время он может это качественно делать, но в конце концов психическое и прочее утомление. Поэтому большие данные мы здесь не наберем. Это большая проблема. Большие данные для нас большая проблема. Межиндивидуальная вариативность испытуемых. Тут, видите, обобщить данные, сделать большими данные за счет того, чтобы в исследовании участвовали, допустим, тысячи человек, здесь тоже не удается. Это удается, если, допустим, надо коррелировать найти корреляции какие-то между геномом и болезнями. Тогда можно всех людей в кучу смешать, там 100 миллионов людей смешать и, значит, искать эти корреляции. Потому что там, ну, там нет психики. Это подвижная вещь. А там нет психики, там, конечно, все это гены, все это молекулы, болезни – это тоже какие-то там предрасположенные конкретные материальные проблемы. А здесь вот мысленные образы. И, конечно, у каждого человека он какой-то свой. Если мы начнем все это обобщать и искать как бы общий признак в энцефалограмме, это, ну, наверное, там есть какие-то общие детали, но маловероятно, что таким образом мы усилим статистику и сделаем большие данные, чтобы обучить сетку вот, распознавать данный ментальный образ, потому что он разный у разных людей. Нестационарность энцефалографического сигнала – это тоже большая проблема, потому что вот так построить такую хорошую модель даже там какую-нибудь автогрегрессионную модель для энцефалографического сигнала, ну, затруднительно. Там глубокая нестационарность в том смысле, что она на многих временных диапазонах, она нестационарная в течение часа и в течение получаса, там разная нестационарность, и в течение там 10 минут. Поэтому, когда начинается накапливание, это все как бы разные состояния человека. И это тоже, в общем, мешает такому систематическому накоплению данных. Ну вот сильная изменчивость ментальных состояний, я уже немножко об этом говорил. Получается, что если мы там делаем обучение с учителем классическое, то есть предъявляем много раз какой-то человеку, предлагаем человеку много раз подумать о чем-то, и, так сказать, нарезаем эти энцефалограммы, там тысячи этих кусочков энцефалограмм, когда человек думал про апельсин, но у него за это время уже 20 раз поменялось состояние, энцефалограммы уже, вначале они соответствовали одному апельсину, другу, в середине третьему, в конце четвертому, и уже вот это вот надо все учитывать. Вот это вот такие у нас проблемы, здесь вот с этими нейроданными, там их не так-то просто набрать. Знаете, вот спасибо за внимание. Наверное, вот на этом я остановлюсь. Просто это такая информация для размышления. Понимаю, что такого конкретного, конкретные задачки я не предложил, но я хотел бы, чтобы вы почувствовали вот какие-то вот необходимости, какие-то проблемки, которые мы не можем решить. Тут надо что-то делать без такого математического, я не знаю, физико-математического, нет, все-таки математического такого, вычислительно-математического подхода тут не обойтись. Спасибо за внимание. Извините, я все-таки это получилось долгий рассказ, но зато уже вот. А можно вопрос по второй группе задач?
Вот, подожди, Алексей, подожди. Прежде чем вопрос, я думаю, что я выражу общее мнение нашего семинара тем, что выражу глубокую благодарность, точнее, огромную благодарность Александру Яковлевичу за такой ключевой доклад. Я думаю, что он имеет большое значение не только для нашего семинара, но и в целом для российской науки об искусственном интеллекте. Значит, здесь сформулированы очень... Я прошу прощения, спасибо большое, потому что эти слова для меня важны, потому что я просто не знаю, значит, утомляю вас, может быть, трачу ваше время. Значит, я специально вас не прерывал, потому что спасибо, вот да. Именно потому что я здесь увидел огромный, так сказать, пласт такой работы, которую, я считаю, вот в следующем семинаре, то есть, наверное, сейчас мы не успеем обсудить детально каждые задачи. Я уверен, что вот нашим преподавателям, которые здесь присутствуют, есть что сказать, причем очень много по поводу каждой задачи. И, наверное, спасибо. Хочется вот задать какие-то вопросы, так сказать, уточняющие эти постановки. Вот, Арчил, я хочу ваше мнение узнать, как мы вот организуем дальнейшее обсуждение этой темы. Я думаю, что надо просто детально прояснять постановку каждой из задач, наверное, сегодня, не сегодня, а через неделю. Но вот здесь очень много вопросов и у меня, и у вас, я думаю. Вот. Да, и по постановкам задач, и по режиму работы с Александром Яковлевичем, конечно, мы будем продолжать общение. Александр Яковлевич, еще раз спасибо за очень интересный доклад. Это действительно очень важно было его послушать. И действительно, еще раз, да, и действительно, пока что остаются открытыми вопросы, как именно, да, дальше организовывать взаимодействие. Мое предложение начать, да, вот следующий семинар, вот прямо вот с того списка задач, которые, вот, значит... Ну, мне немножко тут жалко просто Александра Яковлевича, да, он у нас станет постоянным докладчиком. Нет, немножко... дальнейшие семинары уже в виде диалога с Александром Яковлевичем я будут идти. Да, то есть вот там вопросы. А вот я боюсь, что в виде диалога мы тогда потеряем такую хорошую аудиторию, которая сегодня пришла. Да, то есть когда у нас сегодня, да, больше 20 человек, мне трудно представить вот на такую группу людей, как будет выглядеть диалог, чтобы он был всем интересен. Арчил, я думаю, что и у каждого, кто здесь присутствует, есть свои вопросы. Вот, мне кажется, что это самое... Так, как скажете? Удовлетворение, не как, но вы как руководитель семинара. Вот, но по моему представлению здесь и у преподавателей, у студентов есть свои вопросы. Вот студент уже задает вопросы, там, каким образом, значит, представляет формально сигналы, там, как их раскладывать на главные компоненты, как интерпретировать эти главные компоненты. То есть детальных вопросов здесь огромное количество, и вот это надо, я считаю, сейчас очень так глубоко обсуждать. И я очень рад, что именно на нашем семинаре имеется вот заинтересованность всех к такому глубокому обсуждению этих вопросов. Так что я буду очень рад, если мы продолжим вот это обсуждение уже детальное, вот именно начиная с того списка проблем, который продемонстрировал Александр Яковлевич. Ну, я, так сказать, действующий сотрудник МГУ, ведь вот сейчас вот на работе, поэтому доступен, и я тоже очень заинтересован в таком контакте, поэтому я буду только рад, если я буду стараться, если, значит, это имеет как, не буду мешать быть на ваших семинарах. Да нет, вы как раз здесь основной, так сказать, как называется, не спикер, а ньюсмейкер. Ну, вот хорошо, да. В общем, я доступен, то есть я тоже за это. Вот в следующий раз и вообще регулярно раз в неделю по средам вы готовы вот участвовать в обсуждении всего того, что вы здесь... Да. Если, значит, это вот у меня есть такая... Я так понимаю, что вот эта ссылка у вас, она постоянно действующая, да? Она, да, ссылка на ваш Zoom-канал, да. Да, то есть я буду, значит, ну, стараться, в общем, это время освободить для того, чтобы вам подключиться. Да, давайте я, да, хорошо, считаю, хорошо, что это очень продуктивно будет время потрачено. Так, Арчил, давайте примем какое-то решение, как мы будем дальше. И вот еще Алексей Колосов вопрос задал все-таки. Надо, кстати, да, и Лещенко Сергей, я вижу, хочет что-то спросить. Арчил, как мы поступим? Смотрите, на самом деле, как всегда, если мы говорим в науке о данных, здесь есть вопросы о доступности этих данных. И я так понимаю, что нам с Александром Яковлевичем надо как-то продолжить обсуждение
возможно, не в рамках вот этого спецсеминара, а просто вот в каком-то таком стратегическом плане, что же все-таки происходит с возможностью взаимной работы с данными? Почему не в рамках этого семинара? У нас тут как раз... Ну, я так понимаю, там у Александра Яковлевича есть некоторые юридические проблемы. А нет, нет, я сейчас объясню, чтобы тут было все понятно. Ну, наша работа, да у нас у всех, наверное, так работа, то грант, то еще какая-то работа. И иногда они накладывают какие-то ограничения на данные. И просто в рамках договора накладываются ограничения, что данные там не передаются третьим лицам. В данном случае получается все это вот третьим, мы все третьи лица появляемся. Или же там что-то еще, вот какие-то ограничения. Поэтому в целом, значит, есть вот иногда складываются какие-то вот есть вот нюансы по поводу передачи данных для обработки. Но, как правило, какие-то существуют пути обходные, что, в принципе, это в конце концов можно сделать. Поэтому зависит от того, о каких данных мы там говорим. Вот и все. Но они действительно вот именно юридического характера. То есть мне не жалко ничего. Давайте все открыто, да. Вот юридического, потому что в договоре прямо так сказано. Вот, не передавать все, иначе накажем. Но это не относительно далеко не всех данных, поэтому зависит от того, что мы там, о чем мы будем говорить. Да, поэтому на самом деле вот тут был как бы предложен с моей стороны первый этап, вообще просто с Александром Яковлевичем согласовать, ну просто список, перечень, да, наборов данных с их статусом, насколько, да, что мы можем в отношении этих данных себе позволить. И, собственно, да, какие форматы этих данных, потому что, ну, все-таки все это разные приборы, там разные поколения технологий и так далее. То есть надо вот еще вопрос, да, насколько... Нет, форматы это все, ну, мы тут хорошо понимаем. Чего-то можно... Да, нет, ну, я вот о чем и речь, что вот получается, что вот первые шаги, да, должны быть сделаны, видимо, не в рамках семинара, а то, что называется, в рабочем порядке. Да, а да, потом да. Уже станет понятно, что мы можем выносить на суд молодых коллег. Ну, хорошо. Ну, в общем, вот да. Есть методический вопрос, не связанный с обработкой. Кунсков Михаил Иванович, профессор. Он связан с тем, что вот если расширить каналы, то есть, ну, например, сделать очки, которые будут следить за движением глаз. Да? То есть, смотрите, снимаем с мозга и еще смотрим, как бы, куда зрачки направлены. Это же расширит как бы, уровень распознавания из общих соображений, правда ведь? То есть, вот знаете, такое направление, да, как да, вы да. видите? Как в общей постановке, конечно, это ну, просто дополнительная информация. Мы обычно, конечно, стараемся побольше собрать. Поэтому каждый раз клеим к человеку не только энцефалограмму, но кардиограмму, дыхание, там, регистрируем мышцы какие-то, ну, которые имеют смысл регистрировать в этом деле. У нас действительно есть айтрекер, такой высокопрофессиональный, то есть с большим разрешением временным и угловым. Вот, это все есть. Но все равно это зависит от того, как вот строится эксперимент так, чтобы одно другому не мешало. Ну, вы же фильтруете движение глаз, вы сказали, что они вам мешают, да, как шум. А тут, получается, наоборот может быть? Ну, ну да, в энцефалограмме, конечно, они там, они просто, я говорил, потому что вращение глазного яблока – это как вращение диполя. Тут же, получается, создает нам электрогенную такую помеху. Но да, 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 да. Тут в общем случае, конечно, конечно, конечно. Для этого у нас и есть этот айтрекер, конечно. И второй методический вопрос. Вот вы не поверите, в университете созданы школы. И мы с вами сходим в одну и ту же школу. Да, да, да. А тут вот про нее, во-первых, никто не упоминал. Вообще-то в рамках школ там мы можем как-то взаимодействовать, да, там не только в рамках семинара. Вот здесь у вас видятся какие-то формы организационного взаимодействия да, да, да. внутри школы. Тем более, что вот Анохин как бы тоже вот здесь вот как-то так, может быть подключен там, да, например? Да, да, да. Ну, мы довольно часто там взаимодействуем, можно сказать, приятели просто. Вот, поэтому и в одной науке работаем. Вот, поэтому это так, и он руководитель этой школы.
Конечно, как-то вот эта школа худо-бедно, как-то она там начала проворачиваться, что-то. Но я, честно говоря, просто не знаю, вот как она там будет все это, там на такую, на сырую нитку все было сделано. И мы тут расхлебываем у себя на факультете сейчас, кто кому должен читать лекции, чего там и как. И даже вот такого донаучного взаимодействия дело не дошло. Но давайте, давайте, если какие-то будут идеи, конечно. Конечно, просто сейчас как бы создается сайт, который, цель которого организовать горизонтальное взаимодействие разных специалистов между собой в рамках школ. Так сказать, вот, и там как-то вот попробовать ставить задачи, может быть, не в рамках гранта, а в рамках обсуждения. Да, так сказать, ну, вот такое. Извините, что я вот как чуть-чуть вклинился. Да, нет, нет, вот. Нет, я вас поддерживаю. То есть у меня такое же желание, что мы все-таки в университете, а вообще-то говоря, эти горизонтальные связи какие-то уже совсем хилые. Хотя не используем возможности университета, видите. Поэтому давайте, я только за. Да. Спасибо. Хорошо. Спасибо вам, да. Ну что, Арчил, как мы дальше построим? Просто некоторые уже имеют планы, так сказать, вот с 8 часов там другие. Ну, конечно, да, уже 8. Нет, нам, ничего, я нам уже... надо как-то уже заканчивать. Вот, да, ну, давай... во-первых, безусловно, мы благодарим всех многочисленных сегодня слушателей. И, безусловно, если как бы вы чувствуете, что наш спецсеминар уже конфликтует с какими-то другими вашими делами, ну, во-первых, просим прощения, во-вторых, конечно, вы можете отключаться. Второе, на самом деле, я забыл всех поздравить. У нас сегодня праздник, Международный день науки. Да, он разве не в апреле? Нет, он сегодня, 10 октября. Да, мы сами не знаем, 10 ноября. Со стороны поздравляют, да, мы сами себя не поздравляем. Поздравим друг друга. Да, но на самом деле это называется День науки за мир. То есть сегодня тот день, когда наука приносит наибольшую пользу миру, и действительно тематика сегодняшнего семинара с этим очень совпадает, коррелирует. Нет, мое мнение, что наш семинар сегодня он имеет ключевое значение не только для нашего коллектива, но в целом, так сказать, как такая точка роста вот, в науке о мозге и его связи с математикой. Арчил, я вот думаю, что, может быть, мы все, включая вопросы, вот два человека хотят задать вопросы. Ребята, давайте вот перенесем это на следующий раз, потому что нельзя, так сказать, затягивать вот регламент, так сказать, надо соблюдать. Вот, давайте, значит, наверное, сейчас закончим тогда, и в следующий раз мы обсудим все, и ваши вопросы тоже будут. Вот, а сейчас вот мы предельно, так сказать, воодушевлены таким эпохальным докладом Александра Яковлевича. Вот давайте с этим ощущением, кстати, неделю проживем и будем надо дальше. Надо мной портрет классика, видите, российской физиологии, вообще классика отца психофизиологии. Иван Михайлович Сеченов. Он когда-то в 1902 году заведовал нашей кафедрой. Да, много умных вещей сказал, да, которые действуют до сих пор. Будем продолжать его дело. Так, ну, Арчил, я предлагаю сейчас закончить, как вы к этому относитесь? Да, конечно же, мы уже вроде да, все согласились. Ну, все, огромная благодарность, Александр Яковлевич, вам. Александр Яковлевич, еще раз большое спасибо. Еще раз всех поздравляю с праздником, всем ну, вот, всяческих успехов. Спасибо. Ну, все, ну, до следующей среды, 18:30, буду рад всех видеть опять. Я прошу прощения, я делаю объявление, что следующая среда у нас как бы такая панельная дискуссия на эту тему. Да, что, вот доклада, что доклада нет, а будет дискуссия. Детальное, да, прояснение вот всех нюансов, связанных с теми задачами, которые сформулировал давайте. Александр Яковлевич. Договорились. Хорошо, спасибо всем. Всего хорошего, счастья, успехов. До свидания. До свидания.